Destiny Games довольно уникальная компания. Она существует на рынке больше 10 лет и сочетает в себе довольно уникальную экспертизу как по созданию собственных игровых продуктов, так и по оперированию другими западными играми, локализации их и оперированию на рынке СНГ. В данной компании я занимался проектом портала The Abyss. Это воплощение идеи фаундера в международной платформе дистрибьюции цифрового контента, которая призвана вывести компанию на международные рынки. Я какое-то время в своей жизни уделил MMORPG Lineage 2. Для меня это был очень интересный опыт, в котором мне удалось создать большой клан и руководить им, применив там навыки непосредственно руководства, которые я использую в компании, вот на людях по ту сторону экрана. Это было очень интересно. Мне больше всего нравится, наверное, то, что на нашем портале есть игра Tempest Pirate Action. Игра довольно свежая и интересная, выделяется очень сильно из массы других игр тем, что экшен происходит на воде. Это пираты, морская гладь, там шторма, великолепные пейзажи. Очень нравится, что такая игра попала к нам на портал. Наша платформа предназначена для десктоп-компьютеров и для веб-игр. Вот, но ряд веб-игр работают и на мобильных телефонах. Это, например, Lords of Arena или Chime Warriors, разработка компании Destiny. Они поддерживают игру на мобильном телефоне. Ну, тут довольно просто, когда появляется задача в кратчайшие сроки сформировать команду профессионалов для разработки нового продукта, то логичным действием является заключение партнерских отношений с компаниями, имеющими опыт и людей, участвующих в разработке. Cybersoft довольно известная компания на российском рынке, про которую давно знаю, и которая обладает такими ресурсами. Команда присоединилась в самый нужный момент, когда основная бизнес-концепция была уже описана, когда был сформулирован некоторый пул ТЗ, и нам нужны были светлые головы для качественной реализации этих заданий. Это произошло буквально в течение пары недель, потому что скиллы у ребят действительно высокие. Наши стандарты разработки и процессов очень похожи на те, которые используются в Симберсофте и в других крупных компаниях. Поэтому адаптация и переход, подключение к проекту прошли очень быстро. Мы с Симберсофтом сотрудничаем более года, примерно 15 месяцев. И за это время подключали специалистов совершенно разного технологического стека. Нам нужны были как фронты по React, также нужны были питонисты, C++, C#. Все эти ребята в разное время подключались к нашему проекту и оказали большое влияние на формирование того продукта, который есть на текущий момент. Мы сделали продукт в первом квартале 2019 года, мы успешно реализовали MVP платформы, представили ее миру, и дальше в соответствии с родмэпом развития продукта развиваем ее и по сей день. В команде важно, чтобы у людей был единый настрой. Они должны разделять идею и общую концепцию того продукта, в который мы сами верим и который мы делаем. С ребятами из Cybersoft такое взаимопонимание удалось достичь практически моментально. Когда маркетинг очень сильно жал нас по срокам с релизом нашей внутренней CPA-сетки, все ребята, как один, единой командой, сработали с максимальной самоотдачей и провели за пару дней 3-4 рабочих дня, наверное, по объему работы и по времени. Это было здорово.
Коммуникация нашей команды с клиентом максимально комфортная и удобная для обеих сторон. Клиент всегда в курсе текущих задач. Гибкие подходы Scrum'а позволяют быстро решать задачи на проекте. Уверена, что наш партнер остался доволен таким подходом к работе и результатам. В ходе работы над проектом был реализован адаптер к одной из популярных игровых платформ, в результате использования которого у разработчиков игр появилась возможность подключения их игр без доработки к платформе заказчика. Одной из интересных задач была реализация Overlay, так называемого. Он позволял встраивать вывод из браузера в саму игру на уровне отрисовки сцены. Этот оверлей, он был интерактивный, в основном используется для внутриигровых покупок, но также есть возможность разработчикам игр отображать какие-то свои веб-ресурсы на этом оверлее. Оверлей является интерактивным, полностью отвечает на действия пользователя, то есть все кликабельно. Есть прокрутка, есть проигрывание видео, музыки и так далее. Другой важной задачей при разработке игр является доставка обновлений к играм на компьютеры игроков. В ходе работы над C++ реализацией библиотеки применения этих патчей нам удалось добиться 10-кратного увеличения скорости применения патчей по сравнению с текущей версией библиотеки. Среди клиентов заказчика есть разработчики игр на Unreal Engine. Вот. И для удобства их разработки мы создали специальный плагин. Этот плагин позволяет подключать без какой-либо доработки игры, просто за счет конфигурирования необходимых файлов игру к этой платформе. Плюс также есть поддержка работы с блюпринтами. В данном проекте мне понравилась увлеченность команды своей работой, вот, которой они заразили и меня тоже. Мне было очень интересно и приятно работать на этом проекте. Практически все задачи были нетривиальными и требовали глубокого исследования вопроса, погружения в предметную область и изучения после этого только идет реализация.